Что, всем привет. Я, короче, пью кофе я. Вот с таким красивым тортом. Торт называется сметанный. С вареной сгущенкой. Всем приятного аппетита. Тут такие нежные коржи. Угощайтесь. Вкусный торт. Ну что, я съездила в больницу. У меня от моих поражений легких дали таблетки. Также дали вот такие. Тут 30 таблеток, одна таблетка в сутки. Завтра еще дадут 3 пачки. Ну, как-то так. Ой, какой торт вкусный. Купила его в магазине «Лента». $245. Вкусный, зараза. Еще купила себе хурмы. Королек. Скоро же она пропадет, хурма-то. И 4 яблока голд. Какая все-таки вкуснятина. Что-то мне так королька захотелось. Вообще хурмы. Хурма стоит $110 килограмм. А в ленте она 120. У нас же большой торговый центр. Вот туда заходишь. Там и специи продают, только что не продают. Ой, вкусный. Вот самое интересное, почему они мне одну коробку дали, да, таблеток? А еще 3 завтра. Какие-то неподготовленные. О, вкуснятина. Кстати, он вот такой сметанный. О, блин, пока ехала. Крем на крышке оказался. Вкусно. Давно хотела тортик. Вот, кстати, сгущенки-то не чувствуется. Так он был сделан, знаете, когда? 11 числа. Сметанный с вареной сгущенкой. Вкус желаний. Вкус желаний. Хороший вкус желаний.
я этот торт покупала на себе на день рождения. Он мне еще тогда понравился. Я как захожу, его нет. Как-то вот так вот, понимаете? Так что все, я поела, с вами кофейка попила. Было очень вкусно. Кажется, замучил. Вот, ну что я хочу сказать вам. Берегите себя, не болейте. Мира и добра. Всем пока-пока.